Друзья мои, у нас немножечко дождик моросит, немножечко солнышко выходит, поэтому у меня с собой солнцезащитные очки и зонтик. И хожу гуляю по Майскому Николаеву. Сегодня уже 5 мая. Вот у нас все зелененькое, каштаны цветут, фонтан включили. В общем, весна скоро заканчивается, скоро уже лето. Каштаны уже цветут у нас. В общем, у нас уже весна заканчивается, а у меня все. Мой ноутбук сломался перед праздниками. По-моему, 29 или 30 числа. Ну да, 29. А 30 его забрали в ремонт. А с 1 по 4 включительно у нас праздники. И сегодня 5 мая, а я еще без ноутбука. Ну, что сказать. Многое отсняла. Это вы все увидите или увидели. Я не знаю, в какой последовательности я все это монтировать буду. Вот. Но пока страдаю немножко, конечно, без ноутбука сложно. Но я купила приемничек. Тот, который я вам показывала в своих видео, я обменяла на другой, потому что ребенок идет, так смотрит, потому что он сильно нагревался. Вот. Ну, нормально, музыка играет. Кстати, я уже хожу на йогу регулярно. Вот так вот занялась наконец-то физкультурой. Вот такая красивая поляночка и кустики, которые зацвели первыми. До сих пор еще цветут желтенькие, уже с листиками. Отцвели, когда начинали цвести без листиков. Это красиво. Это я на бульваре. Мне нравится здесь гулять. Еще маленькая была. С родителями здесь гуляла. Мне тоже тогда нравилось. Хорошее место над рекой. Погода у нас майская. Птички поют. Все зеленое. Каштаны цветут. Одуванчики цветут, сирень цветет, в общем, все цветет. Как киса Воробьянинов говорит, этот май. Ой, кто же он? Что-то баловник, что ли, веет нежным на нас опахалом. Вот и у нас тоже май веет нежным на нас опахалом. Я ем конфеты. Очень вкусные. Сейчас опять буду. Гуляю и ем конфеты. Все, пошла гулять дальше. Друзья мои, вот таким образом я хожу с конфетами. По городу.
Я читала, что конфеты, вообще сладкое, способствуют выработке серотонина. Ну, серотонин – это гормон хорошего настроения. Вот, я вырабатываю. Сирень. Сейчас вам покажу сирень. Пахнет. У меня дома букеты стоят. И я на фоне сирени с конфетой гуляем. Друзья мои, становится все жарче и жарче. Я уже пиджачок сняла и уже иду вот так в одной кофточке. У нас уже практически лето. Ну, еще не совсем. Лето у нас, конечно, дико жарко. Это сложно выдержать. Но уже жарко, уже вот-вот. С коротким рукавом и вот так комфортно, без пиджачка. Они тебе на глазки. Это не более.